Я вот раньше, знаете, все время как-то после молитвы ел просфорку, пил святую воду. Ну, а потом как-то я понял, что это как бы, вот когда болеет человек, да, вот тогда используют это. Правильно делаю или неправильно? Вот сейчас, что я не потребляю святую воду. То есть... Я могу только сказать о себе. У меня ни одного дня нету, чтобы я просфору не брал, не вкушал там маленькими кусочками нарезанной и воду освященную. Ни одного дня нету. Я каждый день этим пользуюсь. И вот, допустим, у меня неладно с коленями, я каждый день смачиваю и делаю им это, массаж рукой. А вы говорите, не надо, ну, значит, не надо. Никто не заставляет. Это обычай такой, обычай. Я к этому приучен. Yes. Не, знаете, я почему это спрашиваю? Потому что как бы вот это внутреннее настроено на какую-то мистику, что ты вот это съел, попил, там что-то такое, что-то прибавляется. То есть как бы в этом обмане я сколько времени прожил, понимаете, 26 лет. Я вот в монастыре жил 10 лет. И, естественно, как-то вот искание какой-то там мистики. А это просто как врачевство, так? Это близость к святыне. Не знаете, я ни к чему не призываю, но у меня опыт такой, свой опыт жизни, 62 года. И я ни разу не считаю, пока, ну, было такое, что на операционном столе или в тюрьме был, там уже никак не достанешь. А так каждый день я пользуюсь освященной водой и просфорой. И вот у нас вот Николай Георгиевич знает, вот он сейчас молитвы считал, у нас и просфоры, и люди приезжают, мы даем освященную воду. Не потому, что я болею, а просто так вот привыкли мы уже к этому. Все, спаси Христос. Да. Понятно. Буду принимать. Любое дело. Я что делаю? У меня вот голуби, допустим, я их пошел осветил. Теперь взял воду, окропил здание свое. Вот мы живем, где церковь там, где может повреждение быть или что-то. Я нигде без святой воды шагу не делаю. У меня обязательно наезд. Ну, маленько, там чуть-чуть. Вот компьютер что-то сломалось, я подошел, пальцы в воду и водой крестики поставил. Только сел, он заработал сразу. Ну, человек, который не верит, может быть, у него ничего нет, а у меня вера большая в этом. Вот какая-то появилась там укор какой-то, ударился я сильно. Я так вот раз крестиком-то и освященной водой... Она для того и дается нам. Понятно, понятно. Ну, все. Я думал, боялся просто, что как бы в условности не попасть в эти вот. А что? Прошу вас совет. Ну, а какое? Как попасть я могу? Допустим, вот встали утром рано мы, встали на молитву. В это время мне нужно гимнастикой делать. Я обязательно святой водой, освященной водой, колени, ниже колена все смачу, и крестики поставил так рукой. Вот. И после этого делаю массаж. У меня с коленями непорядок. Но я хожу. Каждый день 3 километра хожу под мост молиться. И мне хорошо, мне радостно так. Что-то охраняем. Я доверяю Богу. Это чувственное передается. А ничего нету. Значит, силы у вас больше. Вы больше верующий, чем я, и все. Да нет, навряд ли. Спаси Христос. Аллилуйя. Ой. Я без этого никак. Прямо мне все это нравится. Священник освящают. У меня вербочки один год кончаются. Теперь опять. Вот на Троицу батюшка там везде за иконы веточки поставил. А я собрал их, когда уже надо убирать-то. И сделал веник. И сделал у меня веников 5 было. Я подарил всем. Это веники, которые освящены были. И тебе попасть-ка, какая польза, говорю. Человек взял и сразу говорит, надо же так. Да душистое такое. Ну, мы привязаны к плотскому, что мы здороваемся. А зачем по руке здороваться-то? Зачем? Нужды никакой нету. А может, рука у него заразная. А вот привычка, это много значит. На каком боку спать? Надо ли ладошку под голову ложить? Ясно. Да. Я не осуждаю, кто не принимает. Я просто о себе говорю. У меня вот такой навык. Это навык. Я все освещаю, потому что она никак не помешает. Она для этого и дается. И просфора. Это большое дело.